Гонка для смелых. В Львовской области провели Кубок Украины по горному ралли. Боролись за него несколько десятков участников, и не только из нашей страны. О скорости и выносливости наш корреспондент Галина Якушко. Ралли – это всегда неизвестность. Ехать по дороге, которую ты никогда перед этим не видел, это вам не по треку кататься. Дэйв Голланд приехал из Великобритании, преодолел 3000 километров на своем автомобиле, 8 часов простоял на украинско-польской границе. Рассказывает, в молодости был чемпионом по ралли, сегодня уже участие считает победой. Я не видел перед этим трек. У меня не было возможности посмотреть улицы до начала гонки. Поэтому, когда я выехал в первый раз, все было хорошо. Мне понравилось. Среди участников много молодых парней из Украины. Большинство из них мастера или кандидаты в мастера спорта по автогонкам. Профессионалами себя не считают, скромничают. Мы только тратим все, что заработали на работе. В 3 смены все мы тратим на гонки. Півроку працювати, відремонтувати машину, поїхати на гонку і постаратись її ще не розбити. Задание для участников – на время преодолеть 7 кругов по городу. Трасса для соревнований проходит через все центральные улицы Трусковца. Гонщики говорят, дорога очень скользкая, на узких улочках с крутыми поворотами большую скорость развить не удастся. Перед началом гонщики проводят ознакомительные заезды. 2 лучших результата вносят в финальную таблицу. Лучшие из лучших пройдут во второй тур. Победители выберут селе Модрич, и там участники и будут соревноваться во втором туре. Маршрут проходит по горным спускам и дорогам. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер, Львовская область.